Так, сегодня выглядит город с высоты птичьего полета. Даже не специалисту видно, что дорожная ситуация непростая. Съемки проводятся по поручению главы города-курорта Юрия Полякова. Задача – предложить меры по оптимизации движения на государственных автодорогах. Одно из них – организовать кольцевое движение в районе санатория «Россиянка» на выезде из города, а до того по маршруту предусмотреть на трассе четвертую полосу. Иначе они все стоят в одной полосе, кто прямо едет, кто направо поворачивает, они стоят, и пробка вырастает до самой улицы там Крымской. И до реализации предложенных выше мероприятий установить следующий режим работы светофорного объекта. Это около Россиянки 9.025. Если можно, с 7 утра до 22 часов работа в режиме «желтое мигание», и после 22 до 7 утра работа согласно установленной программе. Потому что мы обратили внимание с сотрудниками ДПС и ГИБДД, что в режиме мигания движение происходит быстрее. По словам дорожников, что-то из предложенного можно реализовать уже сейчас, что-то необходимо обсуждать. Вместе с тем, ежедневно, в час пик летнего сезона, в Анапу въезжают десятки тысяч автомобилей. Вице-губернатор Анатолий Вороновский поддержал Юрия Полякова. Действовать нужно уже сегодня. Лучше главы муниципального образования, там никто ситуацию не знает. Мы-то с вами далеко, а он там рядом. И если касается вопроса финансовых средств, ну, я думаю, что мы будем у министерства просить дополнительные средства. Потому что вы видите, действительно, у нас трафик увеличивается. То, что касается города-курорта, я считаю, что надо поддержать главу и помочь ему в этом плане. По словам заместителя губернатора, запланированное строительство северного объезда Анапы, также в районе Чумбурки, не должно отменять дополнительных мер. Вместе с тем, все решения должны быть выверены. В ближайшее время их отдельно обсудят тем же составом. В свою очередь, Юрий Поляков поручил продолжить воздушную съемку дорожной ситуации до середины сентября, чтобы в распоряжении муниципалитета были объективные данные для принятия верных решений. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.